Мои дорогие подписчики, с вами Эден Prime, и сегодня я продолжу играть в Project Car. В прошлый раз я играл на трассе Azure Codes этап первый, сегодня сыграю в этап второй. Так я решил, что буду обозревать все машины по очереди, и первый на очереди у нас будет картинг. Ууу, картинг. Так, второй этап. Нет. Хотя нет, беру свои слова обратно, сыграю вот на первой, пожалуй, карте. Поехали. Да. Место Италия. Вот моя тачка. Как это по-детски выглядит? Ох, чё-то я же загнался. Концов, что надо было остановиться. Ну ладно, чё, хотя бы я прокачу, что-то. Ещё лучше его купить. Да этот карте вообще не проблема. Они вообще все, ё-моё, ну подождите меня, ну. Сейчас вот батька прогонит тему. Пит-стоп. Учиться ему. This is the final lap of the race. See if you can take that guy in front of you, otherwise just bring it back in one piece. Йоу!
Как меня круто развернуло. Ну как я круто вырвал, а? Вот так вот. Мне вот даже кажется, что в мультиплеере все было бы как-то не легче. Когда я говорю, кажется, что... Вот так вот. Ух ты. Я даже на 19 месте. А. Лакус Лэнч в гараж заехал у нас. Ну что ж, я не победил, и на этом все. Я не буду оправдываться, что мол, вот я играл на клавиатуре, у меня ничего не получилось, с рулем было бы легче. Нет, я правда с рукожопил. И вообще, это картинг. Это самая неудобная машина в мире. Да. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.